Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим с вами тему сокращения алгебраических дробей. Итак, тема довольно простая. Значит, сегодня мы рассматриваем простые примеры, как правильно сократить. Итак, x плюс 5 числители в кубе, внизу x плюс 5 в квадрате. Значит, мы зачеркиваем меньшую степень, то есть x плюс 5 в квадрате, а вверху мы зачеркиваем только тройку. Почему? 3 отнять 2 – это 1. Вот поэтому нижнюю часть мы зачеркнем, а вверху убираем троечку. И получается x плюс 5. Давайте посмотрим еще один вариант. Вверху y минус 10 в десятой степени. Внизу y минус 10 в восьмой степени. Меньшую степень мы зачеркиваем. 10 отнять 8 будет 2. Значит, остается y минус 10 во второй степени. Далее давайте рассмотрим, когда у нас присутствует несколько скобок. 16 на скобку x минус y и на скобку x плюс y. В знаменателе 8 на скобку x минус y и умножить на y. Ну, во-первых, зачеркивать можно только одинаковые скобки, то есть x минус y. Далее. 16 и 8 мы с вами сокращаем. Тут 1, тут 2. Остается 2 умножить на скобку x плюс y и деленное на y.